Курск-Сити. 20 лет работаем для вас. Куряне не раз обращались в полицию по поводу ночных гонок возле торгового центра «Лента» на улице Энгельса. Большая площадь местной парковки стала излюбленным местом вечерних покатушек и дрифта у отдельных не очень добросовестных автолюбителей. Крутые виражи на автомобилях создают угрозу безопасности дорожного движения вблизи крупного торгового объекта. Сотрудниками госавтоинспекции совместно с отделами полиции УМВД России по городу Курску проведены профилактические мероприятия, в ходе которых к административной ответственности привлечены 24 водителя транспортных средств. Два человека доставлены в отделы полиции для дальнейшего разбирательства в связи с обнаружением признаков подделки документов и неуплаты административного штрафа в установленный законом срок. На данной парковке в 2020 году еженедельно регистрируются аварии, в результате которых автомобили получают серьезные технические повреждения. В том числе 4 аварии произошли с участием пострадавших. Профилактические рейды в данном месте станут постоянными. Стражи порядка также будут прибегать к использованию служебных автомобилей скрытого контроля за участниками дорожного движения. Уважаемые водители, во избежание аварийных ситуаций соблюдайте скоростной режим, придерживайтесь схемы организации дорожного движения на парковках общего пользования. Выполняйте требования дорожных знаков. Курск-Сити. 20 лет работаем для вас.